Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» с 2019 года в Краснодарском крае благоустроено около 1500 общественных пространств. В этом году работа продолжена. Сегодня в регионе приступили к благоустройству 104 территорий, в том числе в Славянске на Кубани. Реконструкция затронет улицу Красную и парк имени Григория Пономаренко. Работы по благоустройству улицы Красной начались в начале года. Территорию распланировали, демонтировали старые конструкции, завезли необходимые строительные материалы. На некоторых участках уже положена тротуарная плитка. Неудобства, которые испытывают жители, направляющиеся к рынку, временные. Уже к концу года улица Красная полностью преобразится. Это будет современное общественное пространство, сделанное в едином стиле с городской набережной. Главным объектом нового благоустройства станет фонтан с музыкальным и световым сопровождением. После завершения основного объема работ будет проведено озеленение территории. В проекте предусмотрены широкие газоны и кустарники. Параллельно с работами на улице Красной началась подготовка к благоустройству парка имени Григория Пономаренко. Эту территорию выбрали сами жители в недавнем голосовании. Ему отдали предпочтение 13 213 человек. Благодаря активности славянцев в процессе голосования было выделено финансирование на данный проект. Сейчас демонтируют прежний асфальт и малые формы, убирают аварийные деревья. Их заменят высокорослые липы и клены. По территории высадят кустарники и засеют газонной травой. По проекту в парке гармонично расположатся прогулочные зоны с местами для отдыха, появится универсальный подиум и выставочная площадка для творчества. Обязательно добавят скамьи и уличное освещение. Напомним, строительные работы проводятся по нацпроекту «Жилье и городская среда».